Столичные гости посетили станкостроительный завод ДМГ «Море». Всему виной проходящая там международная конференция требований инвесторов действия власти. Экспертов инвестиционной отрасли и руководителей крупных предприятий встретил губернатор Сергей Морозов. Конечно, искренне рад вас видеть не только в замечательном городе Ульяновске, в одном из самых прославленных регионов Российской Федерации. Я нисколько не ерничаю, это так действительно. Ну и вот на одной из самых передовых, самых, наверное, таких успешных инвестиционных площадок. Деловая часть конференции началась с пленарного заседания. Как работать с инвесторами, защищать материальные вложения и заинтересовывать иностранные компании. С докладами выступили приглашенные делегаты. После оживленных дискуссий настало время подписывать соглашение о сотрудничестве. Александр Малых, заместитель генерального директора Российского фонда прямых инвестиций, первым подписал документ. С этого момента фонд вплотную займется привлечением иностранных компаний в Ульяновскую область. Очень важна связь и взаимодействие с региональными властями. И, собственно, про вот это и было подписано это соглашение, которое позволит нам узнать больше про ту инвестиционную жизнь, которая в регионе. Соглашение с областным правительством подписал руководство банка «Открытие». Точно не подведем. Соглашение подписано. Уже в этом году в Ульяновске откроется сервисный центр для клиентов, который принесет в наш регион 267 миллионов рублей и 1000 рабочих мест. Строительство уже началось. Мы купили здание торгового центра «Звезда», половинку торгового центра «Звезда». И там уже начинаются ремонтные работы. В первую очередь мы запустим где-то в июне-июле. Еще одна компания «Илитим» станет одним из предприятий «Поэза». Новая фабрика будет выпускать детские игрушки на территории портовой особой экономической зоны. С размещением производства появится 50 новых рабочих мест для ульяновцев. В ходе конференции также обсудили цифровизацию промышленности, способы создания кластеров и меры поддержки инвесторов. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.